центре города Челябинска, который вел себя странно, едва не сбила машина. Мужчина приставал к прохожим и бросался под легковушки. Очевидец даже попробовал провести воспитательную беседу с хулиганом. Ой, бой! Ой, бой! Ты че, на дорогу вылез-то? Все произошло на улице Курчатова. Со слов очевидцев, мужчина якобы перекрыл путь автомобилистам, создал преграду, а также пытался остановить пешеходов. В свое объяснение мужчина сказал, что ему просто необходимо попасть домой, а денег с собой нет. Я и вижу, так в дурку на эти, не на Аврору. Ну, бей кого-нибудь, заберу. Не хочу. Пьяный или под кайфом? Очевидцы пригрозили вызвать сотрудников полиции, только тогда он, кажется, успокоился.